Я еще даже не брал сына на руки. Мне показалось, что если возьму, то уже не смогу выпустить. Поэтому остановился. Я не нужен, Асия. Я это не по словам, а по взгляду понял. Она на меня иначе смотрела. Теперь все кончено. Не могу в это поверить. Значит, она шантажирует тебя только что родившимся ребенком? Не могу поверить в жестокость этой женщины. А еще говорят, что мужчины безжалостные. И что ты теперь будешь делать в этом случае? Ты все бросишь? Ребенок будет расти без отца? Ты загнан в угол. Придется послушать жену. Я и не игрушка. И я ничего не намерен бросать. Пусть пеняет на себя. Мы поговорим с Асией и помирим вас. Ну что ты так расстраиваешься? Это был умный ход. Не огорчайся. Илья снова ее обманет, не переживай, они помирятся. Мое крошечное чудо. Посмотри на нас. Я надеялась укладывать тебя в нашем доме, между мной и твоим папой. Я много месяцев мечтала об этом, когда носила тебя в своем животе. Иногда твой папа проезжал вот так здесь на мотоцикле. Что для него может быть важнее нас? Как может быть? Ильяс, ты потеряешь семью. Зачем ты так упрямишься? Я не упрямлюсь, мама. Мне удалось добиться того, о чем я мечтал всю свою жизнь. Теперь мне открыта дорога. Как я могу перечеркнуть труд, которому отдал столько лет? Она даже это мне отравила. Хорошо. Повернись спиной к крошечному ребенку. Через пару дней упрямство Сие будет сломлено. Я в этом уверен. Она так со мной не поступит. Она вышла за меня, прекрасно зная об этом. Сынок, это тебе не контракт. Вышла, зная об этом. Ушла, зная о том. А то было обоюдно. Человек меняется на протяжении жизни. Проходит множество этапов. Посмотри на меня с отцом. Мама, послушай, у меня в жизни случилось прекрасное, потрясающее событие. Пусть гордится мной, пусть поддержит немного. А как иначе? Ильяс, на самом деле, Асия не может видеть тебя с той женщиной. Та манипулирует тобой, оказывая поддержку, предлагая работу, бизнес. Асия по-своему права. Какая бы женщина вытерпела? Пусть не сходит с ума. Когда я умираю, Асия, как я буду засматриваться на других женщин? Тогда я не буду выходить на улицу. Иначе, не приведи Господь, взгляд скользнет по другой. Хорошо. Не выходи, не выходи.
Ты теперь стал знаменитым. Девушки разорвут тебя. Ах, сынок. Ты еще будешь посыпать голову пеплом. Сбереги свою семью. Ну ладно. Спокойной ночи.